Привет, зритель. Сейчас у меня будет очередной заказ с Озона. В пакетике коробочку я там оставила. Пакетик чуть поменьше. Только что ездила на велике, хотела еще доехать чуть подальше, но такая жарища вообще. Что я осилила только до базара. Где-то месяца два или три назад я смотрела одно аниме «Школьные войны» первый сезон. Там у одной героини были утяжелители. Я загрузила что-то такое, загуглила, мне так понравилось. Ну, в общем, я взяла по килограмму их, каждая килограмма, и они как бы универсальные. Но у меня в одном месте обхват ноги очень хорошо подходит, а в другом месте чуть пошире уже не настолько хорошо. 189 рублей я, кстати, платила с карты Озон, специально закинул с Сбербанка на эту карту. Первое закидывание, можно любую сумму закинуть, никаких процентов. Ну, там, кому интересно, просто почитайте про карту Озон. Там, в принципе, если с умом подходить, то она вполне себе действительно бесплатная и выгодная в плане обслуживания. Короче, я заказала себе вот эти штучки. В коробочке был мешочек, а в мешочке были утяжелители. Вот у нас мешочек, тут у нас 6 месяцев гарантии. Эффективное похудение, развитие выносливости. Ну, в принципе, я по большей части хотела, чтобы у меня это развивалось как бы выносливость. Но эффективное похудение уже как бы бонусом, да? Утяжелители 1 килограмм. Start Fit. Материал Oxford, железная стружка, текстиль, велкро и металл. Производитель у нас Китай, импортер у нас Москва. Срок годности 1 год. В общем, вот такой мешочек. Я проверила заказ, мне предложили проверять, не проверять. Ну, я сказала, что как бы первый раз такие заказы, что лучше все-таки проверить. Потому что на некоторые были отзывы, что там какие-то нитки торчат. На некоторые еще что-то найти. Вроде были нормальные отзывы. Я еще потом оставлю. В общем, вот она. Хорошая липучка. Вот. Вот так. Ну и в общем вот такие фигнюшки по килограмму на руку. Ну, прикольные, короче, штуки. Потом попробую их на ноги. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.